«Страсть. Роковые преступления и тайны прошлого» на сцене Театра оперы и балета. Главная премьера весны «Гранд Пайс» балета «Пахита» ждет зрителей 4 марта. А пока труппа репетирует в режиме нон-стоп, костюмеры наводят последние штрихи. Екатерина Алексеева заглянула за кулисы. Позади полтора месяца серьезной работы. Движения отточены, хореография выучена. «Пахита» — это любовная история, запутанная драма. Сначала думаешь, легко, ничего сложного нету, как-то все вот так вот легко. Но как только начались репетиции уже, серьезная подготовка, начали вылазить такие какие-то мелочи, и оказывается, что каждая вариация сложна. Мне нравится работать по хиту, музыка мне очень нравится, Минкус вообще замечательный композитор. Историческая родина постановки – Франция. Премьера состоялась в 1846 году. Спектакль получил большой успех. Позже его показали и в России в формате «Гранд-па». Это превратило без того захватывающее представление в блестящую хореографическую композицию. В таком виде по хиту увидит и самарский зритель. Одна из причин в том, что мы по хиту ставим, потому что у нас есть замечательные ведущие балерины, и они покажут здесь и виртуозный танец, и технику, и фуэте, которые зрители любят. Пока артисты репетируют на сцене, за кулисами тоже кипит работа. Последние штрихи и диадема для солистов готовы. На одну диадему, если учесть отрисовку технического эскиза, это же его нужно в натуральную величину прорисовать все мелкие-мелкие диадемы, детали для того, чтобы потом все это собрать в одно единое целое. 3-4 дня, иногда 5 дней. Премьерные спектакли пройдут 4 и 5 марта. Екатерина Алексеева, Дмитрий Столяров, новости губернии.